Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Поехали. Немножечко отредактировал свою колоду. Чуть-чуть буквально, но я не знаю в какую сторону. Потому что это первый мой поединок с исправленной колодой. Так, тот, кто имеет здесь больше карт. Понятно, пропускаем. Если он сейчас начнет заставлять это все. У меня есть Killmonger для уничтожения единичек. Но он, видишь, тоже ничего не стал ставить. Так, карта здесь получает плюс 5 к силе. Опять же пропускаю, потому что у меня только с третьего хода начинается. Смотрим. Ну, если у него двоечки есть, ему повезло. Так. Если вы разыграете здесь карту, подтасовывает, понятно. Подтасовывает, да, значит? Давай сделаю так. Карнейдж. Так, ладно. Поехали, так сделаем. Космос выставил. Так, он выставил космос. Значит, мы сделаем следующее. Да смотри ты хоть, засмотрись, ё-моё. Вот так вот я сделаю. Угу. И последний ход. И последний ход. Ну что, уничтожаем этого, наверное, Олуха, да? А, там у него космос стоит. Там у него стоит космо. Ну, тогда мы, наверное, сделаем. У нас троечка и четверочка, да, переходит. Троечка и четверочка. То есть вот этих двоих мы сможем перекинуть на эту локацию. Пожалуй, так и сделаем. Сдался. Он, ребятушки, сдался. Ладно. Так, мы выполнили задание. Тут кое-какие. Давай заберем награды и... 130 кредитов. Маловато это будет. Но, тем не менее, нам дают что-то улучшить. А что? Я, кажется, догадался, что. Мы сейчас с тобой сыграли за... Подожди, Killmonger нет. Вонг не хочет? Тогда... И ты не хочешь? Я тогда затрудняюсь сказать. Нет, не магнит. Ладно, ребята, фиг знает. Потом посмотрим. Давай дальше следующую партию. Но опять же, Вонг у меня срабатывает только лишь, ребята, вот с пантерами взят. Если пантера тебе не выпадет, то дело дрянь. Вот здесь вот, например, отличный комбо. Так, ваша сила здесь передается другим локациям. Угу. Морда пойдет тогда у нас сюда, да? Лопухнулся. Лопушок. А я сделаю вот так вот. Домино. Так, с домино. Мы можем, в принципе, сейчас уничтожить Мантис. А обмениваться руками. Ё-парасеты. На шестом ходу. Это плохо. Адам. Давай сделай вот так вот. Так, Максимус. Так, пускай он там вытягивает карты. Ну что, выставляй. А, думаю, я не смогу поставить. Давай сделаем так. Тор. И мы сейчас поменяемся еще. Так, вытягивает колоду. Карту мне. Сейчас меняемся колодами.
Ага. Такс. Ну, он сюда, естественно, может еще поставить. Поставить он много чего может. А я не знаю, ребят, что мне здесь сделать. Как тут можно выиграть? Да, по-моему, никак. Он сюда думал поставить, эти карты разлетятся, да? Поэтому, чтобы ему не давать преимущества, лучше дадим ему один балл. А сами мы сбежим. Так, нет, Вонг, ребят, Вонг здесь ни при чем. Он нормально отыграл. Просто в локации там очень много свободного места оставили для противника, куда ему можно будет вставить карты. Понимаешь, да? Так что ничего страшного в этом нету. Угу. У нас агент 13. Ну вот эта вот карта вообще ни к селу, ни к городу. Вот этот вот. Серьезно тебе говорю. Так, Колин Винг сбрасывает карту с наименьшей текущей стоимостью с вашей руки. С наименьшей стоимостью у меня тут дофига. А, вот, морду скинет. Давай сделаем так. Пускай скидывает морду мне. Так, доминоха. После каждого хода получает плюс один к силе. Ну, если я сюда поставлю пса. Если я поставлю пса, например, и... Может быть, Вонга сюда. Ну, давай Вонга поставим. Ага. Я тебя понял. Сделаем тогда вот так. Джубили призвал. Кому, что он там ему даст? Такс. И дальше что? Здесь он уже ничего не сделал. Здесь уже, можно сказать, мы побеждаем на этой локе. Но единственное, что надо будет ее... Взять этого и... Поставить Рина. Он здесь уничтожит, да, эту локу. И, наверное, сделаем... Ну, вот так вот, допустим. Кого он там сейчас влепит, я не знаю. Железный человек. Ну, все, выиграли мы. Друзья, выиграли. Железный человек ему здесь не помог. Даже если там он увеличил. Хорошо, что я не стал сюда ничего ставить. Так, 26 ранг. Прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. Блин, я думаю, Вонга, может быть, все-таки убрать Вонга с пантерами, а? Это такая, ребята, как бы вам сказать, такой шанс маленький, что можно выиграть. Так, седьмой ход будет в этом матче, значит, да? Лимба. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, не очень. Ну что, морда, пойдешь? Если у вас здесь только одна карта. Атлантиды. Сюда, естественно, нужно ставить максимальную карту, например. Твое дело. Так, он сколько стоит? Две. Перемещается на эту локацию, да? Угу. Ну, мы это дело испортим, наверное, да? Не
Я не собираюсь, чтобы здесь перемещались на эту локацию кто-то. А санспота сейчас мы уничтожим. Киллмонджер ставить. Давай я, наверное, поставлю вот так вот. Чего он там высматривает? На тебе ход гоблины. Ага. Ну что, будем ставить Дума? Давай поставим Дума тогда. Наверное, вот сюда лучше. Тоже Дума у него есть. И последний ход. Ну, я могу поставить вот этого сюда. А смысл? Если мы можем Киллмонджера влепить так же. Да? Можем же? Можем. Поэтому сделаем, наверное, вот так вот. И вот. И вот так вот. О, ребятушки, не знаю, что сейчас получится у нас. Этого-то мы уничтожим, санспота. Джубили призвал, ё-моё. Ну чё оно там, вытянет ему Одина. Ну и все. Проиграл. Проиграл. Нормально. Он проиграл, мы выиграли. До какого? До 27 ранга, может быть, сегодня поиграем, да, друзья? Слушай, у нас, блин, уже 5 карт можно улучшить. Бесит, еще раз говорю, ребят, что не показывают, какую именно карту можно улучшить. Морда, наверное, нет. Они обычно улучшают те карты, которыми мы играли вот последний бой. А, Рина, наверное, да? Ну да, Рина может. Почему Рина? Он больше похож, ребят, на этого носорога из... Скажи, я скажу. Из фильма «Человек-паук». Ага, Вонг тоже улучшается у нас. Тоже получает необычную рамку. И один балл в плюс. Так, а нам нужно еще два, чтобы получить 50 кредитов. Кто же еще, а? Гоблин, ты? Нет. Нет. Не лич. Песочный тоже молчит. Прикинь, вот я нажимаю, вот мне, чтобы показывали мне, да? А, ты? Что-то я не знаю, ребят, я за него не играл, а он, видишь. Ладно, 4 балла, вот сейчас у нас хватит на 50 кредитов. Еще 2 балла, ребята, и мы возьмем с вами 10 бустеров. Уж на кого там эти бустеры будут, я не знаю. Так, ну что, поехали дальше. Колоду поменяю, друзья, как только мы с вами проиграем. Возьмем колоду по сбросам. Поиграем за нее. Так, после четвертого хода нельзя больше разыгрывать здесь карты. После четвертого хода. Дело дрянь. Так, здесь игрок вытягивает 2 карты. Но мы можем, в принципе, вот эту вот с тобой... Так, смотри-ка. Смотри-ка, что делает.
Блин, нафига мне два Рина? Давай сделай так. Угу. Он три карты себе, да, взял? Это после четвертого утягивает еще две карты. Но я, наверное, сделаю вот так вот. Пускай он вытягивает карты, ребят. Ну, вытянет он там. В руку все равно у него там все не влезет. И вот здесь вот я жалею, что у меня нет песочного человечка. Он бы мне сейчас тут очень бы пригодился. Не знаю, хоп-гоблина сюда ставить стоит вообще. Что-то завис парень. Думает. Наверное, карт дофига там. Шторм. Так, он поставил шторма сюда, да? Че, я могу поставить Рина? И... наверное, вот так вот. Я не знаю, Рина сможет уничтожить вот это вот? Или все равно затопление произойдет? Вот как думаешь? Вот сейчас, кстати, проверим. Чтобы мне потом на будущее знать, стоит ли вообще Рина того, чтобы его брать вот против таких. Или же его выкидывать можно смело на помойку. Ребят, по-моему, он обломался с этой локой. С этой локой он обломался. Последний ход. Ну, я предлагаю поставить, наверное, Дума. Здесь. Блин, это получается 8. Фигня. Так, он только 3, 3, 4, да? Эту притянет и эту. Сюда. Блин. Ладно, давай. Давай сделаем так. Лишь бы здесь все не заклепал. Он сейчас, наверное, сюда поставит кого-нибудь. Хотя, я не знаю. Вот эту карту и вот эту мы перетягиваем сюда. Если он, конечно, тут не забьет все. Мы проигрываем только на одной локации. Рискнет, интересно, или нет? Или сдастся? Так, смотри. Перетягиваем сюда. Карнейдж. Допустим. И... ну и до свидания. До свидания, до свидания. Выиграли, ребят. Не помогло им это ничего. А у нас все очень даже круто получилось. Очень круто получилось. Даже лучше, чем я ожидал. Так, у нас еще одно задание выполнено. Так, замечательно. Две карты. Ну, это Вонг сейчас, по-моему, у нас будет прокачиваться. Ищем его. Морда, что ты не прокачиваешься, а? Скажи-ка мне на милость. Так, где у нас Вонг? Вот он. Так, всего лишь два очка. А нам, по-моему, два и нужно было, да? Чтобы получить 50... ой, этих... бустеры. 10 бустеров. На носорога. А носорога у меня, по ходу дела, еще нету. Или этот Рина и есть носорог? Так, Мигель. Первая сыгранная вами карта здесь уничтожается.
Вот сюда, кстати, Рина может ставить спокойненько и уничтожать эту локацию. Без особых проблем. Да ладно, во втором подключении. Опа, плюс одна единичка энергии на этом ходу. Ну, я могу. А давай проверим. Что быстрее, уничтожится у меня карта, или все-таки мы уничтожим локу эту? Он сейчас будет куда-нибудь сюда или сюда ставить карту. Он вряд ли захочет здесь что-то клепать. Пум-пум-пум-пум. Да ладно тебе второе подключение. Нет, смотри-ка, он решил, ребят, сюда поставить. Вот так вот, да? Хорошо. Это, ребят, хорошо, что он так сделал. Наверное. Что будем делать? Так, первый, который... Угу, давай, давай сюда вот поставим. Вот у него сейчас дилемма, да? Либо сюда карту ставить и закрывать, либо не ставить ничего. И тогда он проиграет по этой локе. Понятно. Кстати, мы можем там ничью сделать. Даже не то, что ничью. Смотри, что мы сделаем. Мы поставим с тобой... Подожди-ка. Вонг. Ну-ка давай-ка Вонга влепим. А потом под пантеру, под тигра. Белую тигрицу поставим сюда, и она раскидает карты. Ну это вообще бред. Погнали. Просто мне хочется посмотреть, куда и что он поставит. Молодец какой. Ой, как хорошо. Ну что, уничтожаем Гамору и все, в принципе, ребят. На этом вопрос будет закрыт. Это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Все, ребят. Нормальная схема. Выставил сюда хламона этого. Угу. Нашел дурачка. Так, нам нужно взять 200 карт, ребята. 200, а у нас только... Ну, я тебе говорю, Вонг хорошо работает с белой тигрицей. В других случаях... Я даже не знаю... Кло. Добавляю сюда после третьего хода по случайной карте. Берешь просто Рина, ставишь и уничтожаешь это все, да? Он, кстати, очень хорошо делает подлянки. А, это и есть носорог, Рина. Я не знал, что Рина переводится как носорог. Так, дважды. Угу. Такс, при раскрытии, да? Не знаю, подожди, у него этот самолетик. По случайной карте. Давай поставлю Рина, фиг с ним. Вот это плохо. Еще хуже.
Так, ему туда худ гоблина можно, в принципе, закинуть. О, как хорошо, мне, ребята, свезло здесь. Вот с этим вот. Так. Ставим пса. Дальше. Холд гоблина. Блин, не могу ему сюда поставить холд гоблина, к сожалению. Но зато могу ему подкинуть туда, да? Все, я понял, что мы сделаем. Мы сделаем вот так с тобой. Эту карту уничтожим. И вот эту вот. Ой, вот эту вот. Нормально. Так, и последний ход у нас. Пять. Так, с тигрицей-то он, конечно, лопухнулся тут, понятное дело. Ну чё? Закидываем плюшечку тогда. Туда ему. Ох ты! Выиграл гаденыш, ребят. Только лишь, блин, вот из-за этого. Жалко, у меня не было дума. Был бы дум. Да, тогда выиграли бы. Так, здесь не работают постоянные эффекты. Но у меня нету карт с постоянными эффектами. И это плохо. А с тигрицей он тогда лопухнулся, ребята. Он поставил тигрицу на этот, на карту, где у меня стоял космос. На локацию. Тю-тю-тю-тю-тю. Стоит ли мне? Ну давай. Хотя бы карту вытащим. От нее толку мало, но карту вытащим. Все равно через киллмонжеров все это придется уничтожать нам. Только ангела нафига он брал? У него карта на сбросах. Так, нам выпадает Дракс. А Дракс что делает? Так, если противник разыграл карту здесь, то плюс 3 к силе он получает. Угу. Давай так сделаем. А вот будет ли он разыгрывать где-то карту, не знаю. Блин, ребята, зазря только свою карту сейчас уничтожу. Просто зазря. Поехали. Подожди, а это постоянный у него эффект? А-а-а, нет, тогда сюда. Тогда сюда, ребята. Так, у него, значит, карта на убийствах, да? Вот он что делает. Погнали. Так, смерть влепил. Он влепил смерть. Ну что я могу предложить, ребят? Дума сюда влепить. Два раза будет срабатывать же, да? Получается, по две карты он раскинет. Ну и все. Проиграл парень.
Белочки, Киллмонджер. Зачем он это все сделал, я не знаю, ребят. Дум, Ультрон, это вот, ребята, все из одной песни, блин. Карты вредителей, как я их называю. Почему вредители? Потому что, ну ты прикинь, ты выставляешь всего одну карту, да? А она множится, что у него Ультроны, да, заполняет все локации, там, пускай по единичке. Что у Дума? Он выбрасывает и плюс 5, карта одна. На одну, на вторую локацию. Кому это понравится? Тут руины, кстати, у нас просто. На пятом ходу карта будет стоить на один больше. Я ему сейчас еще подляночку такую сделаю. Они и так станут там, по-моему, на... Да, 6 единиц будет стоить. Прикинь, ты попадаешь... Ну, получаешь... Ага. Получаешь карту, которая там стоит, например, единичка. Она будет стоить 6 энергии. Так, находящийся без способностей. Поставим вот так вот. Доктор Стрэндж. Так, друзья мои, Доктор Стрэндж у него. Ну, он сейчас будет толкать. Толкать, толкать, еще раз толкать. Эту карту мы можем притянуть, если поставим магнит. Кристалл. А кристалл что это такое? Что она делает? Колоду и вытягивает 3 карты. Ставим так, ребят. Нам нужен Дум. Нам нужно разыгрывать Дума. Ну что, поехали? Последний же ход. Уху-ху-ху. Все. По всем этим выиграл. По всем дорожкам, ребят. Просто по всем дорожкам выиграл. Ну что? Блин, возьмите карты еще. Еще добирать и добирать. Подожди, может быть, мы возьмем ежедневочки, обновим. Так, многие задаются вопросом, почему я, ребят, сейчас меньше играю в растения против зомби-герои. Ребят, по-моему, там последний сезон 60-й. Все, оно больше не обновляется. И, а в этой игре, ну, она как новенькая, тут, сам понимаешь, все... Все ровненько, все четенько. Обновление, и все как нужно. Новые карты, новые всякие данжи. Ну, я имею в виду, новые локации дают. Поэтому, как бы, ну, мне, по крайней мере, здесь интересно играть. Тот, кто побеждает на этой локации, получает плюс 3 к силе. Плюс 2 к силе. Ох, ёпрасоты, это посмотри. Давай вот так вот сделаем. Задумался. Кого он там? Так, а он сколько стоит? 2 единички. Ай, ход гоблина вы... ну теперь я понял, что у него там, ребят. Теперь я понял. А интересно, а это останется у нас? А, ну это останется, наверное. На, нафиг. Хеллбастер, нет цели. Естественно, нет цели у тебя. Как хорошо, друзья мои. Как хорошо. Будем разыгрывать. Так, птичка певчая, да? Давай сделаем так. Немножко я здесь себе... А, у нас магнит есть.
3 и 3. Этих ребят мы с тобой на одну локацию перетянем. И этого тоже. Хобана. Еще двое. Хобана. Нормально. Ну что, ребята, делаем... делаем с вами вот так вот. И ждем. С этой локации перелетит 3 карты. Кто у него сейчас здесь? Сейчас посмотрим. Куда он их смещает? Сюда. Ну все, победа. Упс. Упс. Не победа, ребята. Не победа. А почему он сместил только его карты? А мои что, не смещаются, что ли? Понятно, ваши карты. Не чьи-то, а только ваши карты. Блин, магнит, конечно. Не, он хорошо, ребят, сработал. Если бы вот этого смещения бы не было бы в правую, в левую сторону, да? Все было бы отлично. Ну что же. Вот он сыграл, все нехорошо. Так, вытягивает. Блин, сейчас посмотрим, что у него там. Бредятина еще та. Бишоп этот. За 3 энергии, ребята. Ну это несерьезно. Это если у тебя много, очень много маленьких слабеньких карт, тогда можно как-то еще разыгрывать этого бишопа. Вот, например, как здесь. Бишоп и вот за 0. Ну, железный человек, это хорошо, ребят. Где мой Рина? Надо ломать эту всю фигню. А, из колоды вытягивает. Угу. Ну, поехали. Будем смотреть. Он, наверное, так и сделал, ребята. На слишком много слабеньких карт у него. Что-то надоело вот это вот. Рина ломает. Угу. Так, будет 7-й ход, да? Типа. Давайте. Ой. Вот так, наверное. А потом железного человека сюда, наверное, клепать надо будет. Так, что ли сделать? Так, он уничтожается, мы получаем плюс 1 все, да? Итак, последний ход. Ну, что это? А почему я не могу вот это поставить? Ну и что это такое, ребят, получается? Ну, бредятина полная. Железный человек, что ли, у него там тоже? Киллмонджер. Лопушка-то согнал. Ребята, как же он лопушка-то согнал, а? Вообще ништяк получилось. Просто. Я говорю, у него были легкие карты.
И он на них хотел сыграть, но у него, видимо, не выпало то, что ему нужно. Так, выиграйте с одной картой, да, локацию. Блин, я же хотел на сбросах поиграть. Ладно, сейчас еще партийку, и главное не забыть. Но на сбросах, ребят, я проигрываю. Вот серьезно тебе говорю. Я ее придумал для того, были у меня задания, надо было обязательно сбросить там 10 или сколько-то карт. На этом ходу не раскрываются, да? Ну, давай поставим сюда. У нас молчанка сейчас будет. Так, второго хода у меня нет, как ты понимаешь. Второй ход есть. Зарядим сюда. Так, с Мантиус он обломался, да? Так, я понял, что у него там будет, друзья. Заполняет эту локацию. Слушай, я боюсь, что он сейчас мне рубанет нужную карту. Кейбл. Пускай вытягивает там, что хочет. Мы сюда поставим, ну, любую карту, ребят. Так, 6, 8, да, у него тут будет 8. Любую карту, которую, ну вот даже магнит. Все, нет магнита больше, ребят. У меня дума мы поставим с тобой. Мы поставим с тобой тупо дума. И пускай там стоит. Но это будет на пятом ходу. Здесь можно поставить ему такую вот подляночку. Дьявольский динозавр. Это подарок от меня. И поехали. Ух, сейчас будет интересно. Сейчас, ребята, будет весело. Ты представляешь, сейчас думаю, сейчас полетят. Здесь Петифоны 2, и здесь Петифона 2 будет. Хочу посмотреть. Да, он сдастся. Наверное. А что же у него там такого? Интересно, ребятушки. Да он сдастся, он не пойдет. Один. Теперь лови подарок. Бамс. 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 Спасибо за 8 баллов. Я тебе очень признателен. Просто красота, ребят. Кейбла он поставил. Кейбла. Ай, да. Как-то необдуманно, если честно, он поступил. Ну, игра есть игра, ребят. Блин, нам еще нужно фиг знает сколько. Так, я хотел сыграть колодой за сброс. Вот она, ребят, колода моя. Так, нет, подожди, это не та. 15-я, по-моему, да? Да, ребят, 15-я колода на сбросах. Поехали. Я очень долго... Там были спорные моменты, какие карты брать, какие карты не брать. И вот остановился пока на этой. Процент выигрыша, ну... Наверное, 50 на 50. Все зависит от того, как зайдет, ребята. Здесь нельзя разыгрывать карту, которая стоит 1, 2 и 3. Понял. Поехали. Пока вроде бы нормально, ребята, идет. Рука более-менее стабильная. Угу. Вытягиваем карту. Оу. Так. Ага, только не карнет. Я надеюсь, у него пса нету? Нету. Пускай там заливает, что хочет. Сейчас, ребята, мы тут с вами...
Делаем вот так вот и вот так. Хоп, гоблин. Так, здесь залил, ладно, хорошо. Залил и залил, фиг с ним. Так, сюда ставим, подожди. Да не могу я там разыграть карты эти. Ну что, поставим тогда вот так и вот так. Там посмотрим уже. Что у них там еще? Скорпион и Корк. Не прокатил фокус. И гоблин ему этот не помог, ребята. Ну, тупо не помог. Так, задание выполнили, да? Одно еще какое-то. Так, разыграйте карту стоимостью 2. Выиграйте на локации только одной картой. Так, у нас, по-моему, апокалипсис, да, вроде бы мне показалось, мог прокачаться. Или ты тоже хочешь? О, может, ребят. Деструйер, разрушитель. Кстати, а может быть на сбросах взять разрушители? Да, но это надо, чтобы у тебя было Халла тогда. Или Хелла. Тогда да, тогда можно было бы. А если она тебе не выпала? Что тогда? Тогда все. Курий бамбук называется. Блин, вот ну зачем вот мне вот эту вот гадость подтасовываете, а? Ну что вот мне сейчас делать? Давай поставлю. Уничтожать буду, конечно. Нафиг мне этот камень нужен, этот рок. Ну давай так. А кое у него, да? У него там Акоя, оказывается, была. Молодец. Где разрушители мои, ребята? Да что такое-то, блин? Слушай, а может быть... Ну, давай так сделаю. Шури. Нет! Хотя, нормально. Так. Шутки шутками, ребята. Блин, ну что, придется тогда вот так вот делать? 18. А что еще делать, ребят? Я не знаю. Эта локация потеряна. А почему? Блин, он выиграет по баллам, ребят.
только лишь. И одного не могу понять, почему вот эта вот херовина у него стала 18. Что делать Шури? А, плюс 2 к силе следующий, которого вы разыграли. Она 9, что ли, стоила изначально? 8. Девять. А кое ее умножило, да? 9 и 9, 18. Все, я теперь понял. Видишь, у меня в этой колоде нету мужичка с гармошкой. Я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю, да? Про Чи, который уничтожает все карты выше 9. Так, ну что, возвращаемся на нашу девятую. Добьем, наверное, постараемся лигу. 28-ю. Или какая там у нас? И будем закругляться на сегодня. Чуть-чуть до ранга не хватает. Блин. Ты ведь хотел же сменить, а? Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет... О-о-о. Сейчас мы, ребята, разыграем с вами здесь. О-о-о. Двух солдат. Зимних. Двух солдат и уничтожим это все дедлоком. Прикинь, это будет круто как. А можно даже еще сделать круче. Ладно, сейчас посмотрим. Вот это сейчас что? Опа! Ты понял, кто у него был? Теперь я вообще, ребята, бессмертный. Он скинул карту, поэтому можно сейчас бомбашить по-черному. Так, что у него? Кейбл. Ну, пускай вытягивает карты. Я думаю, что ему мои карты не понадобятся. Ох, сейчас я тут буду веселиться. Давай еще солдат поставим сюда. И, наверное... А Блейда надо аккуратно, ребята, потому что он может сейчас... Ладно, пошли. Да почему? Я так и думал, что дедлока уничтожит, гад, блин. Фух, карнейдж есть. Поехали, ребят, сейчас будет весело. Плохо. Один балл всего лишь. Так, нам нужно еще 30 карт. Вытянуть. Твою налево взял, сдался. Такая хорошая комба была. Сейчас бы, блин, столько зимних солдатов там сделали бы. Ух, было просто заглядение. Так, после четвертого хода нельзя здесь разыгрывать карты. Вот я вот всегда, ребят, я смотрю, он вырубает, блин. Ага, вот, кстати, с Дэдпулом, да. Но нет у меня, ребят, Дэдпула, нету. Я бы и рад бы, блин, но у меня его нету. Он под эту колоду вообще идеально подходит. Чё там выпало? Брат, по одной карте с руки игрока. С руки именно? Если он еще и халум не сбросит, это будет вообще жесть. Поэтому... Давай так сделаю. У него дедлок. Опять же с вашей руки сбрасывает, блин, гаденыш, а? Я сейчас не удивлюсь, если халу сейчас порубит. Чмошник ты, ё-моё, вот что тебе могу сказать. Ты просто чмошник, блин.
Ну и что мне делать? Сейчас мы скинем с тобой две последние карты. Это пипец, ребят. Это пипец, я сдаюсь. Ну что это? Халу, блин, он мне уничтожил. Это он мне уничтожил. Здесь бы я не выиграл, потому что он Дэдпула бы поставил бы. На любую локацию поставил бы, он уже выиграл бы. Я вообще хотел другую колоду, ребята, взять. Я не этой хотел доигрывать, а своей нормальной восьмой этой. Так, здесь мы забрали. Так, ну карты мы еще с тобой не дозабрали, да? Так, дайте мне мою девятую колоду. Добьем, так сказать. Ну, либо ранг добьем, либо доберем карты. Сколько там, 30 надо еще добрать. Ваши силы передаются другим локациям. Да это можно бомбануть, в принципе, через Рина. Это ничего страшного. Тот, кто побеждает, плюс 3 к силе. Это тоже можно уничтожить через Рина. Это тоже можно уничтожить через Киллмонджера, да, по идее? Поехали. Угу. Так, ну что, ребята, будем дума заправлять? Да, я думаю, будем. Так, а чё он, я не понял? Копирует все сырные противники. Угу. Чего еще раз? Копирует все сырные противника карты на этом ходу, на локацию справа, но копирует. Копирует. Ну давай сделаем так, наверное, и вот так. Пускай копирует. Последний ход. Будем смотреть. Ну, ты понял, да? Вот так вот, ребята, играем. Да, Вонг с Думом, с белой тигрицей, ну прям вообще конфетка, ребят. Да, только с ними, ну может, был бы еще Ультрон. Можно было бы его тоже разыграть. Но он там автоматически, ребята, заполняет все свободные локации единичками своими. Что там вы берете? Ага, из своей колоды. Ну давай поставим так. У него Мантис там, наверное, да?
А нет, вот что у него. Мантис мне выпала. Что там у него? Вижн. Ребят, мне нужен пес. А мне пса не дают. Давай сделаем так. Давай сделаем таким вот образом. Йонду. Дедлок. Так, ну у нас есть Дум. Я пока, ребят, делать ничего не буду. Хотя можно было бы, наверное, перераскрытие. А здесь при раскрытии срабатывает дважды, да? А если я сюда буду Дума ставить, нафига она мне нужна тогда? Да и Вижн поставим нафиг. Пока. Угу. Последний, ребята, ход. Ну что, Дума ставим? Я думаю, что Дум будет оптимальнее здесь. Парень, это не работает так. Victory. Так это не работает. Ход гоблин. Это не ход гоблин, это... Так, нам еще две карты, ребята, остается добрать. Блин, что? Что тут хочет прокачаться? Я не понимаю. Где ты, карта? Подсветись как-то. Я знаю, что надо смотреть вот по этим, которые блестят. Ребят. Может, морда? Нет. Бишоп? Нет. Кто же там у нас? Киллмонжер, может быть? Не, нифига. Ну, Космо точно нет, потому что я Космо... Рина, наверное. Точно Рина, ребят. Носорог. Ну, это 2 балла плюс, да? Опа, очки коллекционера. Есть, ребята, Мистерио. Так, при разыгрывании этой карты также разыгрывают иллюзии на других локациях. Эта карта маскируется под иллюзию до конца матча. То есть там, по-моему, иллюзии нулевки будут, да? Нулевки. И в одной из этих, как сказать, нулевок может быть подлинный Мистерио. Насколько я понимаю, это так работает. Я могу ошибаться, ребят. Так, ну что, еще 3 карты нам добрать. Микараф. Против нас играет Микараф. Как всегда, мне с колодой везет. Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят 4, 5 и 6. То есть, чем раньше забьешь вот здесь вот. Что-то у него карта слетела. Там, видимо, которая находится, если она находится в колоде, да? То она слетает, что-то такое. Кажется, я догадываюсь, ребята, о чем идет речь. Заполнить всю локацию. Давай сделаем так. Так, поехали.
Мы сейчас одной этой картой переплюнем вот эти две карты. Угу. Вонг. Просто сейчас взять ему закинуть туда и... ход гоблинов. А если он сюда карту поставит, ребята, да, это опасно. Черт тебе подери. Да что ж ты будешь делать-то, а? Заполнить всю локацию. Я не знаю, ребят, что делать. Давайте так поставим. От нечего уже делать. Так, дьявольский динозавр. Ему надо было вот сюда ставить дьявольского динозавра. А он немножко, ребята, лопухнулся-то на самом деле. Если, конечно, у него нет еще одного. Кого он сюда поставит? Ну да, заполнял. А я смогу переплюнуть его? Вряд ли, да? 5, 5 и 5. Это 15 плюс 9. 24, а у него 26. У меня не получится, ребят. А, подожди. Если он сейчас сам себя уничтожает. Получается у нас все, ребят. Это у нас получается 20 против 15. Ну ты понял, да? Жалко, мало баллов у нас. Вообще хорошо, мы его отчедрючили здесь. Разрушитель очередной раз, ребята, обделался. Причем на месте. Хорошо, что я его убрал все-таки с колоды, ребят. Ну что, забираем наши награды здесь. Опа. И вот это вот. Е. Сезонный пропуск, давай сюда. Что там у нас? 200 кредитов. Все, больше ничего нету. 200 кредитов, просто 200 кредитов дали нам. Ну я так не играю, ребят. 200 кредитов какие-то замызганных. Так, ну что у нас, кто тут хочет прокачаться? Ну это не морда, наверное, 100%. И не бишоп. Может, дедлок? Не, нифига. Ты? О. Ну, давай. Саблезубый, прокачивайся. Так, 4 балла мы получаем, да? Это, оп, 50 кредитов сверху. И все, ребята. И больше мы ничего сделать не можем. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.